Привет всем! Вот и наконец мы закончили собирать квадроцикл. Сейчас будет небольшой обзор. Иди сюда. Поставь. Так, начнем спереду. Что тут у нас есть? Вот лебедка есть. Балка передняя москвичевская здесь, обрезанная на 20 сантиметров. Ну-ка открой капот. Капот вот такой вот. Да. Чуть-чуть вперед. Вперед, вперед. Вот так. Вот. Подставочка вот такая. Закрывай. Да не надо ее задвигать. Ложи просто ее. Так, что тут у нас еще есть спереди? Ну, щиточек вот такой поставили. Ветровичок. Рулевой вал сделан из оси. Полуоси москвичевской. Что там? Тормоза вот у нас тут. Проведены трубки. Воздуханчики такие. Тормоза работают. Сделал вот такие вот боковинки. Щиток прибора. От чего он, Андрюш, прибор? От Кавасаки. Да, ну еще все, написано. Ничего не подключено тут. Проводка это будет после окраски. Окрашиваться будет, скорее всего, весной. Сзади вот такие подкрылочки поставили. Вот, кстати, вот тут я отчертил. Обрезать хочу вот поэтому. Напишите там, кто кому интересно, в комментариях, как будет лучше отрезать или не отрезать вот это дело. Сейчас сзади висну, стопаки вот поставили. Вот так он сзади смотрится. Так. Тут что у нас сзади? Так, ну мы не по порядку маленько. Коробка вот днепровская стоит. В коробке вот муфта переходная идет на коробку от ГАЗ-69, 3 скорости. Цилиндрик тормозной, это тоже УАЗовский сцепление. Ну а тут кардан УАЗовский идет, укорочен по минимуму, пока там флянчики не сошлись. Вернее, по максимуму укорочен, сколько можно было. Глушаки, ураловские или днепровские, или приматоки стоят. Так. Тут рессорная подвеска сзади, тоже москвичевская, стандартная. Что тут у нас? Ну, тормоза на все 4 колеса. Мортеры москвичевские. Так, укорочена здесь одна, получается, правая вот эта сторона. По-моему, на 15 сантиметров. Передняя балка на 20, задняя на 15. Вот. С этой стороны у нас что будет тут? А тут подножки, так. В принципе, что тут? Андрюха. Так. Теперь по колесам, по резине, кому будет, может, интересно. Впереди вот такая стоит резина. Кардиант. Оффроуд диски стоят от Камри старенькой. От Toyota Camry на 15. Размер. Вот он ее, 205 на 70. Ну, вот так лебедка тут стоит, прикручена там сверху, установлена. Задние колеса, что у нас тут? Задние вот такие у нас, тоже на тех же дисках, только размер тут идет на 15, ну тут что, в дюймах, наверное. Вот он его размер.
Вот такая вот резина. Так, что тут еще заснять? Размером он практически получился как окушка наша. Вот. Нет. Вот сейчас еще одну покажу. Бардачок вот здесь какой под аккумулятор сделали. Еще подточить надо. Так, сюда снимается. Иди сюда. Ну, вот так вот здесь аккумулятор будет ставиться. Крепление тут еще сделаем. Все окрасится. Шумоизоляция будет наклеиваться. Там антигравийкой снутри пройдем. Снутри антигравийкой пройдем. Шумоизоляция обклеим. Здесь тоже все гремучее будет. Ну, сейчас попробуем завести. Попробуем с аккумулятор живой. Так, спустим. Вот сейчас попробуем. Как я и говорил, все-таки аккумулятор Паша принес мертвый. Так что, Миха, придется тебе аккумулятор покупать. Сейчас попробуем вот так сделать. Зарядно. Он вообще ничего не берет на себя. Так, а куда он включен? Покатушки будут в следующей серии. Так что всем пока. Пишите комментарии насчет вот этих крыльев, напишите. Особенно ты, Миха. Так что ждите. Покатушки впереди. Всем пока.